Во дворе дома номер 25 по проспекту Ленинского комсомола состоялось обсуждение будущего благоустройства дворовой территории. Жителям было представлено несколько вариантов. Обновление назрело уже давно, но к единому решению жители пока не пришли, и мнения разделились. Мамам с детьми нужны детские площадки, автолюбителям удобная стоянка, а пенсионерам необходима зона отдыха. Большой резонанс вызвал вопрос с парковками. Виктор Пикуль, председатель Совета ветеранов Московской области и местный житель, посчитал количество автомобилей, которые оставляют около дома на ночь. Здесь более 100 вокруг нашего дома, только вот по той дороге. Нашего. Да. Только не берем 23-й. Да. А будет еще 200. Больше нам уже тут достаточно. Достаточно. Поэтому предложение. Слушай. Вот эту зону только зеленой делать. Никаких автомобилей. Только зеленая зона, с элементами благоустройства. В любом случае, в проекте обязательно будут присутствовать 6 элементов в соответствии с региональными стандартами. Это парковочное пространство, площадка для сбора мусора, освещение, дорожная сеть, детские площадки и, конечно же, зеленая зона. Сейчас идет обсуждение, как и где именно они будут расположены на данной территории. Позади домов 25 и 23 уберут гаражи-ракушки. Забор около управляющей компании ЖКХ предлагается расписать художественными граффити. Значит, у нас будет сейчас проведено дополнительное собрание. Мы проголосуем, выберем какую-то концепцию, потому что там три варианта. Но большинство за зеленую зону все-таки. Соберем подписи с каждого подъезда и по большинству голосов отнесем свое решение в администрацию. На обсуждение и утверждение проекта благоустройства отведено 2 недели. Сами работы запланированы на 2017-2018 годы. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.